И сейчас мы перейдем к очень важным вещам, которые, может быть, кто-то еще в зале недооценил, но я думаю, что после того, что я расскажу вам, у вас появится гораздо более полная картина и понимание, чем же мы все-таки занимаемся. И я попрошу выключить свет, потому что у нас сейчас будет фильм. Нашу планету мы называем Землей, так же, как почву. А надо бы называть водой, потому что воды гораздо больше. Но дело в том, что воды пресной, годной к употреблению человеком, из всего вот объема водной массы всего 2,5, максимум 3%. И большая часть, значительная часть этой воды сконцентрирована в арктических и антарктических льдах, которые, в общем, непригодны пока что для употребления. А значит, в реальности воды еще меньше. Обычный стакан утреннего чая с тремя кусочками сахара. Оказывается, на его производство современная промышленность вынуждена тратить 4500 литров воды. 21 тонна нужна, чтобы сделать килограмм кофе. 16, чтобы сделать 2 гамбургера вам на обед. В итоге человечество расходует более 200 миллионов литров воды в секунду только на производство продуктов питания. 200 миллионов литров в секунду. Уже сегодня в мире идет несколько войн из-за воды. Так бассейн реки Иордан стал причиной затяжного конфликта между Израилем и Иорданией. В него оказалась вовлеченная и Сирия. Эфиопия заявляет свои права на воды Нила, которые контролирует Египет. Турция, реализуя проект «Юго-Восточная Анатолия», грозит сократить подачу воды из Евфрата в Сирию на 40%, а в Ирак на 80%. Во многом конфликты в Северной Африке и на Ближнем Востоке связаны не с нефтью, а с водой. По всем прогнозам, вот очень мощный водяной кризис, кризис потребления пресной воды – начнется после 25 года и достигнет своей кульминации примерно к 2050 году, то уже сейчас, повторю, строятся разного рода планы, не скажу захвата, но как бы это помягче сказать, использования нашей пресной воды в интересах так называемого цивилизованного человечества. Та же Турция, которая обеспечивает вот водяную блокаду Сирии, выдвигает, во всяком случае, на территории Турции выдвигаются очень интересные идеи. В прошлом году там прошла конференция, где была выдвинут лозунг. Это международная конференция, выдвинувшая лозунг «Вода без границ». Вода во всем мире становится товаром, причем очень прибыльным. Сегодня Запад продает опресненную воду по цене $3.75 за кубометр. Надо отметить, что стоимость пресной артезианской воды, получаемой в Ливии из великой рукотворной реки, равна всего 35 центам за кубометр. Теперь вам становятся понятны свержение и убийство Каддафи, цветные революции в Северной Африке. Вода, контроль над водными ресурсами – вот истинная причина революции в Африке. Лет через 30 вода пресная станет дороже нефти. В некоторых американских штатах уже сегодня литр пресной воды стоит дороже, чем литр бензина. Это надо понять, это надо учесть. С другой стороны, у нас Китай, у которого колоссальные водные проблемы, и Китай не скрывает своих планов по решению водных проблем, а ему нужна и питьевая вода для многомиллиардного населения, и вода для промышленности. И это все очень и очень серьезно. Мало кто знает,
что одной из основных статей экспорта братской Белоруссии является экспорт, вывоз пресной воды. Куда? В Катар, в Объединенные Арабские Эмираты, там, где осуществляют, там, где кризис, страшная нехватка пресной воды. А Франция экспортирует пресную воду в Алжир, в свою бывшую метрополию. Так что уже вода становится, пресная вода становится серьезным внешнеторговым фактором. А в будущем может быть не менее, а может быть и более серьезным даже, чем нефть, газ и уголь. Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни. Ты и есть жизнь. Антуан де Сент-Экзюпери. Я думаю, что очень впечатляющая подборка. Мы собрали факты, которые, я считаю, вы обязаны знать, потому что мы в этой теме самые, собственно говоря, первые стоим, да? Итак, что для нас самое важное? Я не буду оригинальна, если я вам скажу, что это наше здоровье. И сегодня я хочу с вами поговорить о компании, которой я очень сильно горжусь. Потому что она является лидером на рынке качественной питьевой воды. А качество нашего здоровья напрямую зависит от качества воды, которую мы с вами пьем. И вы знаете, еще 20 лет назад, я очень хорошо помню это время, мне не могло прийти в голову, что я 20, ну что, через 20 лет, я за литр воды заплачу денег больше, чем за литр бензина. В мою голову это не могло поместиться. И вы услышали, что более 500 конфликтов на нашем замечательном земном шаре уже произошло из-за воды. Из них 21 с применением оружия. Это все очень важные факты, которые необходимо знать. И эта ситуация сейчас стоит, ну, настолько остро, что не замечать ее уже просто невозможно. И сейчас я считаю, что мы должны все осознавать одну безумно важную вещь. Бизнес, который связан с питьевой водой, был, есть и, самое главное, будет самым перспективным на планете. Это не обсуждается, это очевидно совершенно. И этот факт еще 15 лет назад смогли осознать два создателя компании. Леонид Августович Лап и Казар Миградян. С тех пор «Коралловый клуб» является единственной компанией в мире по производству продукта, который делает воду, дающую нам энергию. И мы заняли уникальную нишу, у нас нет конкурентов. И это не просто вода, дающая нам энергию. Это единственная возможность для нас с вами нейтрализовать колоссальное количество нитратов, нитритов, пестицидов, окислителей, консервантов, которые мы с вами поглощаем каждый божий день, даже не осознавая этого. И вот здесь я хочу подойти ко второму жизненно важному моменту для каждого из нас. Это наша еда. Мы стали жертвами рекламы. И каждый из нас знает, что 80% еды в супермаркетах не полезна, ну, если говорить уж честно, просто вредна для нас. Подскажите мне, пожалуйста, есть ли в зале люди, которые не посещают супермаркетов вообще? Замечательно, да? Ну, я думаю, что это не больше, чем 0,5% в зале. Мы все туда ходим. Почему? Да потому что находятся они на каждом углу, и туда направляет нас кричащая реклама. И там нам без зазрения совести продают мертвую воду и мертвую еду. И сегодня мы с вами поговорим об огромном международном производителе, который в 40 странах мира открыл более чем 100 офисов продаж, где предлагают нам живую воду и натуральную органическую умную еду. И выбор только за нами, чем мы будем кормить себя и своих родных людей. В последнее время сформировался совершенно замечательный класс населения. Это люди, которые заботятся о своем здоровье. И по глобальному рынку продовольствия и хозяйственных услуг было выявлено, что направление товаров, которые обеспечивают нам заботу о здоровье, это направление сейчас является самым перспективным и быстро растущим в мире, далеко оставив позади IT-технологии и телекоммуникации. И на первом месте в этом огромном направлении, безусловно, абсолютно очевидно, это правильная чистая вода и натуральная органическая еда. Все стало на свои места. Создался класс людей, которые готовы инвестировать в свое здоровье.
И, на мой взгляд, одним из самых ярких представителей является коралловый клуб. Это мое глубокое убеждение, потому что мы тщательнейшим образом изучили рынок. Все началось в декабре 1998 года, когда была официально зарегистрирована компания «Международный коралловый клуб». Мы вышли всего с 16 продуктами на рынок. И, конечно же, название компании предопределил потрясающий продукт, уникальный коралл, белый коралл Санго, наш эксклюзивный Coral Mine. И за следующие 7 лет компания проделала просто колоссальную работу по открытию рынков и созданию новых продуктов. Уже в 2005 году нашим потребителям было представлено более 120 продуктов, за каждым из которых стоят люди первой величины в области науки о питании. Мировые светилы в вопросах изучения воды, химики, которые являются нобелевскими лауреатами, и абсолютно самые лучшие, эксклюзивные их творения, наши с вами продукты, имеют международные награды за вклад в укрепление здоровья наций. И помимо сотрудничества вот с людьми мирового уровня в этой области, мы обладаем совершенно уникальным инструментом концепции здоровья, концепции сохранения и восстановления здоровья. Здесь я хочу сделать акцент. Мы неделю назад говорили с президентом и вице-президентом. Мы занимаемся мониторим рынок здесь, они по всему миру это делают. И они совершенно ответственно заявили, ни одна компания в мире не обладает вот этим уникальным маркетинговым инструментом, которым обладаем мы. Сегодня вы его услышите. Ни одна компания, то есть только коралловый клуб, обладает абсолютно всеми продуктами, которые позволяют обеспечить путь по концепции здоровья. И эта система отработана уже в огромном количестве стран, и мы можем с вами предъявить миру уже много сотен тысяч людей, которые, изменив образ жизни и образ питания, полностью восстановились, стали абсолютно здоровыми и радостными людьми. Люди, которые сделали выбор в пользу активного долголетия, с радостью делятся информацией с окружающими. Так каждый из нас участвует в создании гармонии и красоты. И все это выливается в динамично растущий товарооборот и в замечательную возможность иметь очень достойный доход на этом очень благородном и безумно перспективном деле. Когда нашей компании был всего год, по итогам 99 года, в нашей компании было всего 60 человек, которые имели доход, который принято считать средним в наших странах. Всего 60. Но, кстати, тратили не на то, чтобы иметь этот доход всего, но не более 2 часов в день. И всего один человек нашей компании был, которого можно было назвать состоятельным. И в 2005 году, когда уже было представлено 120 продуктов нашим потребителям, была официально открыта вся Европа с ее высочайшими требованиями качества продуктов, где сейчас у нас просто непомерными темпами растет товарооборот, уже порядка 3000 человек нашей компании имели вот тот самый средний доход. И уже порядка 100 человек имели доход, которых можно было уже назвать состоятельными и богатыми людьми. 2012 год явился для нас просто фантастически успешным. Было открыто собственное производство по стандарту GMP с возможностью увеличить в любой момент свои мощности в 30 раз. И это колоссальное огромное производство является эталоном по сохранению окружающей среды, потому что он работает исключительно от солнечной энергии. Было открыто более чем 40 стран в мире. Нашим потребителям предложено более 200 продуктов, 28 из которых абсолютно эксклюзивны. И на этой колоссальной, потрясающей волне порядка 10 тысяч человек нашей компании, которые уже имеют средний доход на этом благородном деле. И более 400 человек, которые серьезным образом уже изменили свой финансовый статус, которые можно назвать богатыми и очень богатыми людьми. В нашей компании есть 2 официальных долларовых миллионера. И это не те люди, которые за всю историю своей работы заработали миллион. Это те люди, которые зарабатывают миллион долларов в год. Я считаю, есть на что равняться. Вы знаете, коралловый клуб стал просто феноменом в мире сетевого бизнеса. И этот феномен заключается в ценностях создателей компании. Их ценности определяют создание и просто фанатичный контроль за качеством продукта.
и с честью пройденные два кризиса. И после каждого кризиса в нашей компании, наша компания выходила с ростом товарооборота, потому что создатели компании за счет своих прибылей создают идеальные условия для всех потребителей. И высокооплачиваемый сбалансированный маркетинг-план. Кстати, с увеличением выплат в сеть в кризисный 2011 год. Вы помните этот момент? Благодаря ему мы получили потрясающий бизнес-инструмент, благодаря которому абсолютно любой человек, который пользуется нашим продуктом, который понимает необходимость нашего продукта всем окружающим, но не имеющий опыта в продажах или в традиционном, в любом бизнесе, в построении сети, абсолютно любой человек уже в первый месяц может иметь доход в $300, во второй более 700 и в третий более $1000. И этот доход ограничивается только нашими амбициями, друзья. Мы продолжаем расти в это экономически изменчивое время, когда огромное количество компаний сворачиваются и уходят с рынков, коралловый клуб продолжает процветать. И вы знаете, вот для меня это просто уникальная компания. Почему? Потому что мы стали просто реально феноменом на этом рынке, и мы поменяли вообще метод ведения бизнеса. Почему? Потому что бизнес нашей компании, он заключается в общечеловеческих ценностях, а не на погоне за прибылью. Наша абсолютная уверенность в абсолютной надежности, в высочайшем профессионализме, в высокой нравственности и крепких дружеских отношениях дает понимание каждому из нас, что имея таких профессионалов, партнеров, мы всегда будем процветать, друзья. Потому что, что бы вокруг ни говорили, абсолютно для каждого из нас было, есть и будет самым главным – это общечеловеческие ценности, друзья. Компания с 15-летним стажем финансовой стабильности, готовая к масштабному росту, с лучшим, необходимым, уникальным продуктом, создала для нас просто превосходные условия, и я считаю, что это идеальная возможность начать прямо сейчас.